Всем привет, друзья! С вами Вовкин, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. Ребятушки, поздравьте меня, мне осталось совсем немножечко дойти до Гейла. Сегодня мы с вами это сделаем. И, кстати, напишите в комментариях, на каком вы уровне уже вот в этом Бравл Пассе. Может, у кого-то уже есть этот Гейл. И да, не забывайте переходить на канал и смотреть мои другие видео, там тоже много чего интересного. Так, что у нас тут? Новые события. Отлично, хорошо. Давай. Оу! А вот так вот. Даже вот так вот. И у нас уже есть Гейл. Слушай, на это я не рассчитывал. Ну да ладно. Ну что, конечно же, мы его берем. Аллилуйя, господа. Наконец-таки я до него дошел. Ребятушки, с вас лайк, с меня продолжение видосика. Так, ну что. Гейл, хроматический боец. Гейл мастер на все руки, он атакует врагов широким потоком воздуха со снегом, а его супер отбрасывает противников назад. Сейчас мы его затестим. И придется открыть мега ящик, почему бы и нет. Очень хочется. Так, если будет 6 предметов, значит будет новый боец. 5 предметов, блин, бойца не будет. Жалко. Ну да ладно. Может, на Гейла сейчас очки силы будут, а? Может быть такое? Вполне вероятно. Но нет, но не сейчас, но не сегодня. Так, ну что, давайте, собственно говоря, тестить этого Гейла. Так, Гейл, выбираю тебя. Стой, давай, подожди, я хотел еще посмотреть, какой магазин, бойцы. Хотел посмотреть, что у него там. Так, здоровье 3400, атака полярный вихрь. Гейл забрасывает врагов огромными снежками. Урон 5 под 360, дальность большая, скорость перезарядки высокая. Его супер, штормовой ветер, Гейл атакует мощным потоком воздуха со снегом, который отбрасывает назад всех оказавшихся на пути врагов. Урон соточка, дальность большая, скорость передвижения нормальная. Ну что же, давай, так, все, мы его выбрали. И куда бы нам пойти вот только, а? Слушай, а давай посмотрим, что у нас тут по квестикам. Ага. Квест остался один. Я, кстати, практически все квесты делаю, ни одни не пропускаю. Ну, давай захват кристаллов пойдем. Почему бы и да? Здесь его потестим. Так, ребятушки, кто не поставил лайк, поставьте обязательно и держите за меня кулачки. Так, ну чё, погнали, давай посмотрим. Ох ты, ты не видел, какая широченная просто зона обхвата у него? О-хо-хо-хо-хо! Вот так вот! Это прям какая-то снежная лавина фигарится. По 1080. Так. Бу-бух. Офигеть, слушай, насколько же он крутой. Бам-бам. Опа-ча. Просто снежными лавинами фигарит, а. Смотри, так вот, 720. 1080. 1080. Ай, лавина куда-то ушла, не туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Хо-хо-хо-хо. Ребятушки, а мне-то он нравится. Просто вот эта широкая полоса захвата. Так. Дальность, дальность. Ну, что ты там, давай. Отлично. Эй, кто там у нас? Кольтик, да? Вот так вот, снежная лавина тебе в нос. Так, лавина, аж снежки. Я Snowman, снеговик. Так, отлично. Конечно, не по сезону немножко они выпустили этого игрока, потому что как бы сейчас лето, ну, весна. Лето на носу, так сказать. А тут у нас чувак, который кидается снегом. Смотри, лавина. Пу-пух. Вот я не могу понять, сколько еще сносит эта лавина. Никак не могу понять. А ну-ка. Да что ж такое? Они вечно отскакивают, и я не могу этого всего увидеть. Так. 13. Может, я буду еще звездный? Нет, я не звездный. Ну да ладно. Так, хорошо, сейчас пойдем в схватку. Так, отсюда выходим. Там мы точно. В столкновение, вернее, в одиночное. Тут сейчас мы точно увидим, сколько снимает его супер. Подожди, там было написано 100 в описании. Ну, что-то это как-то мало, мне кажется, 100. Что это за 100 такое? 100 это совсем ничтожно мало. Оу. По 1080 снимают снежки. Странно, то было 720, тут 1080. Как-то, о, 720, видишь. Так, а ну-ка иди сюда. Кто у нас здесь? 792. Вот так, отлично. Так, дамажим, дамажим.
Снежочки мои. Слушай, ну перезарядка такая, в принципе, быстрая. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то меня занесло. Занесло не туда. Так, набиваем эти кристаллики. Которые все называют банки. Один я, наверное, называю их кристалл. Вау, вот эта штука мне нужна. Давай. А чё, почему никто не ест их? Почему никто не собирает напитки? Странные какие-то люди. Где они вообще все? Где все эти бойцы? А вот они. Вот они. Эй, у меня еще действие напитка кончается. Вот так вот, отвали. Уа-ха-ха. Ну, это было легко. Это было прям вообще очень изи. Смотри, какой дедушка. Он на Якубовича чем-то похож, да? У него усики такие же, беленькие. И прическа, и брови. Вылитый Якубович со снегометом. Так. Ребятушки, кто лайк не поставит, того Киркоров покусает. Не забывайте. Так, ну чё, Бравл Пасс. Куда бы нам еще пойти, а? Бро-бо, большая игра. Давай пойдем в ограбление, посмотрим, что тут сможем сделать. Ну, я думаю, что все будет оки-доки. Так, хорошо. Якубович наш красноносенький, давай. Так, так, так. Вот мне нравится, что какую полосу он захватывает. Как Поко практически, да? Тоже прям широко. Захват. Смотри, бам! Так. Чё-то... Где наши все товарищи? Почему? Я пока тут отвлекался их на себя. Они должны были пойти и зафигарить. 100. А, слушай, я понял, в чем прикол этой волны. Так, что-то у нас свои проблемы. Она наносит мало, она наносит 100. Но она, как там писалось в описании, она реально откидывает игроков. Так, ну, так невозможно играть. Это что творится-то, а? Посмотри. Так, я пошел долбить. Долбить чужую территорию. Бам, валите. Вот в чем ее прикол, а. Действительно сносит 100. Так, вы их тут задерживаете, а я пошел колбасить. Нужно нам вообще-то побеждать. Смотри, сейчас, опа, волна назад их снесла. Чуть-чуть хотя бы, наверное. Осталась минута 18. И мы пока тут прям держимся. Вали. Эй, медведь. Вот это плохо. А-а-а, смотри. Они все прям сюда прорвались. Да что ж такое? Помогите мне от розы защититься-то. Вы чё, чуваки? Вот странная команда, да, у меня? Забыли, наверное, что нужно сейф фигарить. Все тут. Вот чё, Джеки, чё ты стоишь, а? Понимаешь, она стоит просто. Может, у него тоже проблемы с Wi-Fi. Может быть такое. Смотри, они просто уничтожают нашу... Эту. А этот, смотри, в угол уперся, я его пытаюсь оттолкнуть волной, но нифига не получается. Так, ладно. Товарищи, вы тут воюете, а я пошел бить сейф. Сейф-то надо бить. Вот так, оттолкнул, смотри, оттолкнул я их. Ноу, ну мы тут продуем по любасу, потому что какая-то команда у меня не... Смотри, вот Джеки стоит и долбит на месте. Какого фига, что ты делаешь-то, а? Ай, печаль, беда, слушай. Надо отсюда, короче, выходить. И пойдем сейчас опять в захват кристалликов. Как-то здесь неинтересно. Или хотя, знаешь куда, давай опять в столкновение пойдем. Тут как-то повеселее. Тут сам за себя, и поэтому ни на кого не надеешься, отвечаешь только сам за себя. Так, ну что? Так, это у нас Джеки. Невосприимчивая Джеки. Нет, почему она не колбасит меня? Почему? У нее был шанс. Так, вот это Кольт. Кольт, кольтишка. Братишка, кольтишка. Ай, опасно. Когда в тебя стреляет кольт, нужно юлить, нужно крутиться. Я это знаю, уже понял, но не всегда получается это сделать. Так, хорошо. Сейчас попробую более аккуратнее играть.
Так, так, так. Вот что, вот смотри, какая она. Это злая кто-то. Ай-яй-яй-яй-яй. О, фух. Удалось уйти? Надолго ли? А, ну! Фух, успел. Успел. Так, один гем наш. Алма... Что такое, мы промазали? Давай вплотную встанем прям. Нет, сильно это нам ничего не дает. Я думал, может вплотную, типа как Бул, будет там больше урон. Нифигарики, не так. Это не работает здесь. Так, ну ладно, хорошо, будем набивать. По 1404, отлично. Так, сейчас должно быть уже, наверное, 1500, что-нибудь такое. Так, тут никого нету. Ой, напиточек, напиточек. Я люблю напитки. Смотри, сколько. Бах, бах. По 3. 3762. Сейчас сколько будет? 3800. На, 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 на. Получай. Получай. О, как так-то? Ну, ё-моё. Ну, Карл, ты видишь, он тоже большой был. Карл Великий, скажем так. И поэтому он тоже дамажил очень, очень много. Так, жетончики мои, жетониусы. Получаем. И что? И Бравл Пас до следующего уровня. Мы, конечно же, не дотягиваем. Тут какой-то у нас будет новый значок. Надеюсь, это будет уже скоро. Возможно, даже сегодня. Ладно, ребятушки, на этом будем прощаться с вами. В общем, скажу вам свое мнение. Гейл мне понравился. Смотрите, какой у него вентилятор тут. Как Карлсончик прям. Карлсон. Прикольно. В общем, хороший боец. Если у вас его еще нету, можете получить в Бравл Пассе. Дерзайте, юзайте и играйте. Все, ребятушки, мойте руки с мылом. Всем удачи и всем пока.